2012 год стал ключевым в ходе реализации волонтерской программы 27-й Всемирной летней универсиады 2013 года. Более 40 тысяч кандидатов заполнили анкету волонтера, 50 ведущих университетов страны, 30 субъектов Российской Федерации, от Санкт-Петербурга до Владивостока, готовят команды волонтеров для работы на играх. Всероссийская команда региональных координаторов, тренеров и рекрутеров готова к последнему старту в преддверии Всемирных студенческих игр 2013 года. Масштабное празднование 500 дней до старта Универсиады 2013 года состоялось в феврале этого года в спортивном комплексе «Татнефть-Арена». Министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко, президент Татарстана Рустам Миниханов и мэр города Ильсур Метшин смогли заполнить онлайн-анкету кандидата наряду со всеми желающими. Для России проведение Универсиады имеет огромное значение. У нас есть уникальный шанс с вами оттолкнувшись от идей и самой универсиады, нести студенчество дух здорового образа жизни, будущего, спорта. Именно здесь волонтеры «Казань-2013» приняли символичный огонь волонтерских сердец от своих коллег-волонтеров китайского Шэньчжэня. Кульминацией стала клятва, которую единогласно произнесли 9 тысяч участников форума. Время конкурса, направленного на популяризацию волонтерской деятельности среди молодежи, в учебных заведениях появились информационные стенды об универсиаде. Были отсняты видеоролики «Мы волонтеры 2013», подготовлены презентации стран-участниц и видов спорта. Победители конкурса получили статус «Центр подготовки городских волонтеров». Здесь в течение года отбирали ребят, которые будут создавать атмосферу гостеприимства и праздника в период проведения игр. В марте-апреле текущего года совместно с вузами-партнерами Универсиады 2013 состоялся всероссийский конкурс на знание иностранных языков «Полиглот 2013». Конкурс прошел в 16 регионах России и привлек к участию тысячи студентов, владеющих несколькими иностранными языками. Победители получили право пройти стажировку на 5-х международных играх «Дети Азии» в Якутии и саммите АТЭС во Владивостоке. Сформирована команда волонтеров для работы в наградной группе Всемирных студенческих игр. Победители конкурса станут участниками самых волнительных и радостных событий Универсиады. Именно им предстоит нести знамена национальных сборных и награждать медалями триумфаторов Всемирных студенческих игр 2013. Под прицелы всех фото и видеокамер попадут и другие волонтеры, участники лучших студенческих черлидинговых команд. Они готовы поразить зрителей Универсиады чудесами акробатики и хореографии, поддержать спортсменов и создать потрясающую атмосферу спортивного праздника. В течение весны в рамках творческих фестивалей студенческие коллективы университетов Казани и России презентовали творческие программы под названием «Добро пожаловать в Россию» – «Welcome to Kazan», лучшие из которых будут показаны в деревне Универсиады и культурном парке во время игр. 18 мая 2012 года состоялось торжественное открытие Центра рекрутинга волонтеров, кузницы кадров команды 2013. Именно здесь ежедневно проверяют сотни анкет и проводят собеседования с будущими волонтерами Универсиады 2013 года. Первое в истории Центра скайп-собеседование провел лично министр спорта Виталий Мутко. Здесь
будет работать более 40 человек. Это те люди, которые работают в дирекции. В целом те рекрутеры, которых мы там набрали. Мы будем уже проводить собеседование с теми людьми, которые заявились через официальный сайт, либо просто к нам пришли, либо просто узнали по каким-то там каналам связи. Сотни волонтеров «Казань-2013» работала на 5-х международных спортивных играх «Дети Азии» в Якутске и саммите АТЭС во Владивостоке. Первая радость была, конечно, от того, что я еду в Якутск, и от того, что я попадаю на такое грандиозное событие, как «Дети Азии». Второе, это я внимательно прочитала список волонтеров, которые едут со мной в команде, и это была уже радость. Даже не от того, что я еду в Якутск, а от того, что я еду именно в такой команде. В Якутии ребята работали атташе иностранных делегаций. В торжественной обстановке прошло подписание соглашения о сотрудничестве между исполнительной дирекцией и Северо-Восточным федеральным университетом имени Амосова. Волонтеры «Казань-2013» приняли участие в обслуживании саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества во Владивостоке. Работа команды «2013» была отмечена организаторами на высоком уровне, а лучшие получили благодарности от губернатора Приморского края. Тестовых чемпионатов прошло этой осенью в Казани. Около 27 тысяч часов работы, более 1600 волонтеров «Казань-2013» и 21 направление деятельности. Встречи и проводы, сопровождение делегаций, инфодеск, медицина, IT-системы, транспорт, аккредитационные и пресс-центры. Спортивные волонтеры помогали судьям, спортсменам на соревновательных площадках. А городские волонтеры заботились о гостеприимной атмосфере Казани, помогая жителям и гостям ориентироваться в столице Универсиады. Примечательно, что волонтеры из городов России также помогали в организации чемпионатов. А 69 волонтеров Москвы были задействованы на встрече и проводах иностранных спортсменов в аэропортах Шереметьево и Домодедово. Благодаря партнерам Универсиады, компании Education First, у 5000 волонтеров «Казань-2013» есть возможность учить английский онлайн вместе с одной из крупнейших компаний в сфере изучения иностранных языков. Осенью этого года был запущен еще один проект – персонализированная карта Volunteers Card, которая дает право волонтерам «Казань-2013» получать скидки и бонусы на различные услуги, представляемых компаниями-партнерами программы. Первый звонок во всех образовательных учреждениях Республики Татарстан, а также в вузах-партнерах Универсиады в России, прозвенел под флагом Всемирных студенческих игр. 1 сентября 2012 года стартовал образовательный проект «Урок Универсиады». Одна из его важнейших задач – познакомить старшеклассников, студентов, педагогов и родителей с волонтерской программой и привлечь в команду волонтеров «Казань-2013». Уроки Универсиады прошли в детских садах, школах, лицеях и гимназиях, техникумах, колледжах и училищах, институтах, академиях и университетах. Учителями урока стали президент Республики Татарстан, руководство дирекции, послы Универсиады и волонтеры «Казань-2013». Уже целый год мы с нашими регионами Российской Федерации работаем. У нас 49 вузов-партнеров, 30 регионов Российской Федерации, а стало быть и 30 соглашений с органами по спорту и молодежной политике, которые занимаются привлечением волонтеров в наши ряды.
Лагерь Volunteers Academy – брендовый проект, направленный на формирование лидеров волонтерского движения «Казань-2013». Молодежный центр «Волга» собрал около 200 представителей из 30 регионов России. За время работы участники лагеря также посетили спортивные объекты, деревню Универсиады и Международный информационный центр. В прямом эфире Первого канала российская команда «Казань-2013» разделила победу Казани и ряда городов России в присуждении права проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. «Казань готова принимать любые виды чемпионата мира». Для проведения 27-й Всемирной летней универсиады 2013 года будет задействовано 20 тысяч волонтеров. Международная команда станет неотъемлемой частью в работе большинства направлений исполнительной дирекции «Казань-2013». Впереди насыщенный год обучения и две яркие незабываемые недели, наполненные опытом, общением, знакомствами и яркими эмоциями. Yeah!